В Махачкале состоялось открытие духовно-просветительского центра «Единство». Теперь на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» представители трех мировых конфессий смогут комфортно проводить богослужения. Для них открыли специальные молитвенные сооружения, комнаты. На месте события побывал и наш корреспондент. Историческое событие – открытие духовного центра для верующих. Здесь могут одновременно проводить богослужения представители трех конфессий. Комплекс призван сохранить и укрепить добрые отношения между представителями разных религий. Идея моих друзей, идея дагестанцев, что впервые в мире будет этот центр создан в Журавлях, в Дагестане, в России, это осуществилось. Я уверен, что наш народ будет гораздо здоровее и гораздо мощнее в будущем. В церемонии открытия приняли участие представители власти и общественности региона, научной интеллигенции, гости из Москвы. Им организовали экскурсию по культовым сооружениям. Мы молимся за здоровье и благополучие Дагестана. И сегодня открытие этого центра, единого центра, который мечеть, синагога и часовня, она символизирует межконфессиональное согласие всего Дагестана. В рамках мероприятия состоялась и международная конференция. На ней обсудили вопросы благоприятного влияния религиозной среды на лечение больных коронавирусом. Таких аналогичных центров межконфессиональных будет только способствовать дальнейшему развитию как социально-экономического, так и общественно-политической ситуации в Республике Дагестан. Теперь в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» можно будет не только укрепить свое физическое здоровье, но и обогатиться духовно. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.